Церемония подписания завершена. Переходим к заявлениям для СМИ. Сегодня был подробно рассмотрен весь комплекс актуальных вопросов двухсторонней повестки дня. Прежде всего, мы обсудили возможности и перспективы наращивания взаимовыгодных торгово-экономических связей. Этому, несомненно, способствовало бы более активное использование национальных валют во взаимных расчетах и подключение азербайджанских банков к системе передачи финансовых сообщений Банка России. Особое внимание, естественно, уделили вопросам нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Как вы знаете, вчера у меня состоялся телефонный разговор с премьер-министром Армении. Была подтверждена важность осуществления в полном объеме всех трехсторонних договоренностей Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху, достигнутые на высшем уровне. Полагаем важным, что сейчас жизнь в регионе постепенно налаживается, входит в мирное русло. В свои дома вернулись уже более 50 тысяч беженцев. Решаются практические вопросы реконструкции хозяйственной инфраструктуры, защиты объектов истории, религии и культуры. С азербайджанской стороны была дана высокая оценка деятельности российского миротворческого контингента и в целом вклада России в стабилизацию ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Еще одной приоритетной задачей видится запуск процесса демилитации и демаркации азербайджано-армянской границы. Россия и Азербайджан связывают многовековые узы дружбы, добрососедства, которые сегодня, как Владимир Владимирович отметил, выходят на качественно новый уровень. Между нами существует очень широкая договорно-правовая база, 245 документов подписано, но декларация, которая подписана сегодня, имеет среди них особое значение. Эта декларация выводит наши отношения на союзнический уровень. И время прошло очень незаметно. 5 часов интенсивного общения. И это само по себе показатель того, насколько наши связи тесны и искренни. Мы уверены, что в торгово-экономической сфере открываются новые возможности. Владимир Владимирович отметил значительный рост товарооборота. Уверен, что в этом году эти позитивные тенденции будут наращены. Этот год, как вам известно, год 30-летия установления дипломатических отношений. В апреле мы будем отмечать эту дату, и к этому рубежу мы подходим с хорошим заделом. Очень многообещающие возможности в деле увеличения взаимных инвестиций. Мы сегодня также подробно обсуждали возможности сотрудничества и углубления сотрудничества в транспортной сфере, и не только в двустороннем, но и в многостороннем региональном формате, с учетом новой ситуации в регионе, новых геополитических реалий. Существует уже платформа сотрудничества, так называемая 3+3, которая, уверен, сделав первый шаг, стороны, члены этой платформы, участники платформы будут и дальше сотрудничать, в том числе и в этой сфере. И вопрос открытия коммуникации в регионе сегодня также обсуждался и, я думаю, имеет очень хорошую перспективу. И, конечно же, сегодня мы подробно обсудили постконфликтную ситуацию в регионе. Мы благодарны России и лично президенту Владимиру Владимировичу Путину за роль в окончании войны между Азербайджаном и Арменией и в усилиях по постконфликтному урегулированию. Считаю, что для такого многолетнего противостояния, около 30 лет, и таких огромных потерях, с которыми столкнулся Азербайджан, то, что по прошествии чуть более года Азербайджан и Армения уже задействованы в 2, как минимум, международных форматах, а именно рабочая группа на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, а также платформа 3+3, куда входит Россия, Турция, Иран, Азербайджан и Армения, это уже показатель наших намерений. И, конечно же, мы ожидаем, что армянская сторона будет полностью выполнять все пункты декларации от 9-10 ноября 2020 года,
касаемо вывода всех армянских вооруженных сил с территории Карабаха, а также открытие коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахчеванской автономной республикой, что является юридическим обязательством армянской стороны, но, к сожалению, в этом направлении работа идет очень медленно. Как я уже отметил, президент Владимир Владимирович Путин сыграл важную роль в окончании войны, о переводе урегулирования с горячей фазы в фазу политического урегулирования. И сегодня Россия является нашим главным партнером в деле поиска путей для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Возможности для этого есть. Азербайджан неоднократно заявлял готовность начать работу над мирным договором, который также будет охватывать вопросы уточнения границ, делимитации и прочих вопросов, которые необходимы для любых стран, которые хотят урегулировать отношения между собой. Новые реалии в регионе, я уверен, принесут новые возможности. Азербайджан настроен на мирное будущее. Нам не нужна война, она нам не нужна была никогда. Освобождение азербайджанской территории, восстановление территориальной целостности военным путем была вынужденная мера, и наша готовность решать этот вопрос после военной стадии политическими методами еще одно подтверждение наших намерений. Я уверен, что совместными усилиями Россия и Азербайджан будут дальше вносить существенный, я бы сказал, решающий вклад в дело укрепления мира на Кавказе, в дело укрепления сотрудничества в Каспийском регионе и на пространстве Евразии. Еще раз, уважаемый Владимир Владимирович, благодарю за приглашение, за гостеприимство и хотел бы воспользоваться возможностью пожелать дружественному союзническому народу России новых успехов и новых достижений. Спасибо. Спасибо.